Сегодня произошло радостное событие в нашей семье. Мы сегодня покрестили нашу самую младшую доченьку Олечку. Олечка, не надо. Я вспоминаю то время, когда тоже мой отец приводил меня в храм, моя бабушка водила меня в храм. Сегодня я привел сюда своих детей. Я очень счастлив, что мы покрестили их, что они приняли православную веру. У нас очень дружная семья. Мы все друг друга любим, любим Бога. И желаем своей дочурке, чтобы она выросла прекрасным человеком. Верила в Бога. Также была у нее дружная семья, счастливая. И все, чтобы было у нее хорошо. Все хорошо, до свидания.
Дорогие родители, Михаил и Света, и, конечно, дорогая Олечка, сегодня, 12 августа 2018 года, мы торжественно в этом прекрасном храме крестили нашу Олечку. Нашу Олечку. Я надеюсь, этот день нам не только нам запомнится, но и наша крестница через многие-многие годы посмотрит этот ролик и поймет, в какие года ее родители закладывали, так сказать, ее будущее, определяли ее принадлежность к православию, к нашей русской церкви. Дорогая Олечка, желаю тебе прекрасной, хорошей жизни, светлой, успешной. Не забывай, самое главное, родителей своих. Ну и периодически, раз в 5 лет, смотри этот короткий ролик. Всего наилучшего!